Скраб для тела. Смотрите, какой вкусный скраб для тела. Он будет
тоже взять. Обожаю. Скрабики для тела. Вкусные. Их прям покушать хочется. Они вкусные, ароматные, но кушать нельзя. Но они очень ароматные. Скидочки в этом каталоге. Много очень акций. Участвуйте тоже. Регистрируйтесь и будете участвовать. Набор. Это премиум. Косметика. Набор косметики. А вот эта сыворотка тоже моя любимая. Она классно фотошопит лицо. Блёр называется. Вам они будут еще 20% скидка.
чайника. Суперские продукты Ботаника. Для разного возраста тоже. А это у нас идет шампуньки. Для всей семьи. Крема для тела. Бальзамы разные тут. А это у нас что? Точное качество.
стороны, я хотела вот этот заказать. Вот такой парфюм. Но я заказала покруче. Я заказала, сейчас покажу, вот эти хорошие тропические. Не знаю, будет он здесь или нет. А, классные мужские и женские. Вот эти вот уже, посмотрите, какие флакончики красивые. Парфюм от Кутюр. Викинги парфюм. Так, где у нас тут это масляные духи? Я брала парфюм Футурия. Футурия я взяла. Парфюм, созданный искусственным интеллектом. У меня его дочка собрала, ей понравился. Я отдала ей. Классный, классный парфюм. Это дезодорантики, это гелики для душа парфюмированные. Это мужские парфюмы. Мужские парфюмы тоже все супер. Я сыну брала, мужу брала, отцу. Хорошие вообще. А вот эти вот тоже я брала своим. После бритья. Бесплатная Пеперлик.
этого намыливаться хватает надолго. Сразу вот водой сжимаете все, и пена получается. Классно, классно. А вот любой спрей для тела. Я брала разные, у меня все есть. Хорошо летом на улицу брызгаться вместо парфюма. Шампунь, Илюша. Очень классно, классно вообще. А дезодорантики тоже все хвалят по 149 рублей по каталогу. А если зарегистрируетесь, то будет еще 20% скидка. Ну, не классно. Интимная гигиена. Постоянно пользуюсь такими. Есть в такой белой упаковке и в розовой тоже. Восковые полоски, бритвенные станки женские. Зубные пасты здесь тоже хорошие. Щетки зубные я покупала. Вот это мне понравилось. Соленая зубная паста с солью, с розовой солью. Девочки, советую покупки. Вот эти я не пробовала. Я покупала только с солью. Необычный такой вкус у меня. А дочке не понравилось. Соленое. А мне все классно. Ну и другим моим домашним тоже зашло. Ну, что-то такое должно быть необычное. Это как печенье соленое. Либо вот знаете. Что такое необычное. Это автоматические щетки. Ирригатор. Портативный ирригатор для орошения полости рта. Зубные нити и ополаскиватель. Да. А вот такая вот зубная паста. Сейчас покажу. Вот это вот. Вот отбеливающее плюс 200. И вот это плюс 200. Удаляет зубной налет. Профилактика кариеса. Классно. Мы пользуемся. А это от выпадения волос серия лечебная. Гладкие пяточки. А это вообще must-have. Тоже надо будет взять. У меня жесткие пятки. Надо будет уже пемзу. И мужу тоже возьму. А это тоже лечебная, профилактическая. Разные бальзамы. А это средство для твоей домашней аптечки. Вместо бальзам для тела с мумией. Вместо звездочки. Вот эти от головной боли. А это БАДы. Разное для зрения, комплекс витамин укрепляющий, здоровый контроль сахара, разные коктейли, смузи делать. Такие. А это девочки для похудения. Это тоже средство для похудения, классное. Омега для деток, витамин D3, магний, и коллаген питьевой, концентрированный коллаген напиток. А это травы. Прокладки. А это даже рассказывать про них не буду, они супер. С неоновым чипом. Хотите, вот наклеивайте на пяточки, и они у вас вот этот вот турмалин или что там, пластины, что-то, да, токсины выводят, токсины, шлаки, эффективны при ревматизме и боли в суставах, позвоночнике, устраняют чувство тяжести в ногах, переутомление, усталость, стресс, способствует коррекции фигуры. Осанка.
ухода за животным. У меня такой спрей есть дома. Он у меня уже где-то год, наверное, все никак не закончится. Я им кошачий лоток спрыскиваю. Вот помыла кошачий лоток, когда я меняю и спрыскиваю вот этим средством. Я не знаю, вот реальный уход, он же этот спрей. А у меня два. У меня два лотка кошачьих. Для одного кота и для второго. Хотя они ходят вместе в один и тот же. Ну, они то в один, то в другой, но вместе. Но все равно я поставила, так как два кота. Два лотка. Я мою этим средством. И вот это вот от пятен следов за резких запахов. В общем, классно. И вот это вот. Супер, ну классные эти корейские подарочки.